очень нужный тут сад. Закрывай. Что ты вон Всем привет, дорогие друзья! Ужасающие кадры, которые случились в этом месте. Это неделя необычных явлений. Подпишитесь, оставьте лайк, ну и самое главное, узнайте самое то, что происходит по всему миру. В центре какого-то города случилось необычное. Появился огромный объект НЛО, прям среди белого дня. Этот огромный объект НЛО, вы видите масштаб, прям как две площадки, накрыло и пустило в небо необычный луч. Это очень странно звучит, но ужас, который вы сейчас наблюдаете, засняли местные жители. В общем, все происходило очень страшно. Очевидцы рассказывают, что видели, как огромный объект НЛО приземлился недалеко от этой площадки, потом завис. Потом выпустил яркий свет, была такая яркая вспышка, что множество электричества у людей просто погасилось, и множество телефонов разрядилось сразу. И появился красный луч. У некоторых, кто был в этом месте, заметил боль в голове. И это ужас, что было дальше. Этот объект НЛО отправил в космос лазерную какую-то, можно сказать, вспышку. После этого объект НЛО резко перестал светиться красным цветом и улетел в неизвестность. Это очень странно, не кажется вам? А вот еще в одном городе Российской Федерации был замечен неопознанный летающий объект. Посмотрите внимательно на него. Никто не может объяснить, что происходит. Суть в том, что вы видите очень необычные кадры, как объект НЛО приземляется на Землю, а именно в город. Все уже знают, что НЛО не боятся людей, да еще средь белого дня. Множество людей также описали картину как первое. Боль в голове, необычная вспышка, необычный звук и шум каких-то гудений. Это очень странно. Вообще, кто-то считает, что это, скорее всего, были разработки военных российских. Но это еще не все. Когда этот объект начал чуть-чуть приземляться, появились два вертолета. После этого объект просто резко улетел и исчез. Очень удивительно, но, скорее всего, военные, можно сказать, напугали этот объект. Скорее всего, может и разработки, а может и пришельцы все-таки реально существуют. Но как доказать обратное, если мы с вами видим эту картину? Если у вас есть к этому видеосюжету какие-то вопросы, задавайте под описание этого ролика. Есть еще очень интересный видеосюжет. Посмотрите на него. Это необычная история, которая случилась 3 дня назад, шокировало множество очевидцев. Вы видите огромный космический корабль, а именно передового класса. Увы, но через несколько секунд этого корабля не будет. Какая-то необычная ракета нанесла удар необычным гиперзвуковым оружием. Говорят, что это новое российское оружие уничтожило полностью НЛО. Я вам конкретику расскажу. 23 марта было замечено в этом месте объект НЛО. Недалеко от этого места находится ракетная база Российской Федерации. После нескольких минут заработала сирена, а потом через несколько минут секретное оружие насквозь пробивает корабль и уничтожает. Такого никто не видел. Посмотрите необычные кадры. Вы сейчас видите, как ракета поражает насквозь этот объект НЛО и взрывается. Увы, но этот ужас прям как ужас. Ну и последний видеосюжет, как
объясняют, или кто-то считает, что это МиГ-29, или кто-то Су-30, вообще неизвестно, что за самолет. Но мы видим, как объект НЛО движется за ним. Скорее всего, пилот пытается скрыться от этого объекта НЛО. Рядом мы видим, как оператор снимает. Что за оператор, никто не может объяснить. Кадры, конечно, поражают моментом истины. Что происходит дальше? Объект НЛО пытается догнать этот самолет, но после этого он перестает гнаться и выпускает необычное оружие. Вы видели, как киберзвуковая, и это необычное оружие догоняет МиГ-29 и уничтожает. Такого никто не мог представить, что объекты НЛО могут уничтожать военную технику. Но вы внимательно посмотрите, дорогие друзья, что происходит. Треугольник, который считает, что это военного происхождения, выпускает необычный и разрушительный сгусток энергии. После этого этот сгусток поражает самолет, и он просто разлетается на маленькие кусочки.